Добрый вечер, друзья! Добрый вечер, дорогие друзья! Снова вместе с вами Трёд идёт. Здравствуйте! Друзья, для нас выступление это очень важно, потому что нас делегировал сюда сам мэр Смоленска и обещал, если мы хорошо здесь выступим, то он каждому даст по эплу. Может, по эплу? Нет, ну если плохо выступим, то точно по эплу. Поэтому давайте начинаем! У нас в Смоленске обычно говорят так. Родился на Смоленщине, будь строителем. Итак, на строительной площадке. Так, Михалыч, кантуй плиту на меня. И еще. И так, так, все, стоп. Все, давай, сбрасывай плиту. Ну что, пронеслась вся жизнь перед глазами? А, да. Вспомнил, куда чекушку положил? Да, пошли в бытовку. В бытовку. В последнее время стали безумными популярными суши-бары. И сейчас там можно увидеть порой даже вот таких людей. Значит, семга, форель, осетрина и креветка. Все правильно? Прикинь, ржавая, она всех пацанов с нашего района знает. Значит, малая, давай, тащи нам башку летучей рыбы, хвост летучей рыбы, брюхо летучей рыбы и плавники летучей рыбы. Череп, нафига? Ну, хочу собрать, посмотреть, что эта тварь из себя представляет. Даже у самых богатых и влиятельных людей есть простые, обычные человеческие хобби. Итак, давайте представим, Ринат Ахметов на рыбалке. Не убивай меня, я исполню любое твое же... Поверьте, что в Смоленске живут уникальные мужчины. Очень часто они пропадают из дома на 1-2 недели, а говорят своим женам, что их похитили инопланетяне. Но в этот раз инопланетяне, скажем прямо, украли не самый лучший экземпляр. Блин, Алифа. Охренел! По глазам вижу, что охренел. Так вот, если вы на нас нападете, вам капсда. Ты знаешь, что офицер русского спецназа способен задержать дыхание под водой на 2 часа? Уруру. Не веришь? Короче, и вот так 2 часа. Мужики, ну вы же мужики? Не, просто если ты баба, ты так в девках и останешься. Ёпт. Не, ну друг у тебя, конечно, урод. О чем я? Не-не-не-не-не-не. Это икота. Жена вспоминает, волнуется, наверное. Алло, Нина, привет. Меня инопланетяне похитили. Да, пьяный. Но прикинь, так совпало. Бабы, о чем я? А, там, где клен шумит над речной волной. Ну, говорили мы о любви. Не, ну классные мужики, классные. И ты, урод, классный. Одно плохо, а вас рассказать никому нельзя. Пошел второй раз в психушку, я не лягу.
друзья, ну если быть откровенными, то, знаете, приезжайте все, абсолютно все к нам в наш город-герой Смоленск. Знаете, какие у нас места? 132-е место в мире по уровню жизни. 86-е по уровню экологии. 257-е по уровню медицинского обслуживания. Но! Второе, уверенное, постоянное место по уровню бандитизма на душу населения. Друзья, приезжайте. Приезжайте и не думайте, только приезжайте днем. Спасибо. Триод идиот, между прочим. Спасибо, парни. Обратимся к жюри. Дима, вам понравилось выступление, ребят? Очень хорошо, очень смешно. Но мне было как-то мало музыкальности. Дима, в ваших выступлениях вообще нет музыкальности. Так, все бы, ребята лучше шутили. Ура! Нормально отбился. Спасибо, Дима. Спасибо, ребята. До встречи. Ваши аплодисменты, гости из России. Триод, идиот.